Чтобы поддержать автора, досмотри этот сборник до конца. Спасибо. О, привет. Ты, наверное, снова думал услышать эту старую сказку про Колобка? Не, не в этот раз, дорогой друг, не в этот раз. Сегодня ты не услышишь, как все пытаются съесть бедного Колобка. Ты не услышишь, что ему придется постоянно убегать от всех, кто пытается его съесть. И ты не услышишь, что в конце концов хитрая лиса съест его. Почему? Потому что я так решил. Да ладно, не бойся. Я просто открою тебе одну тайну. Не все колобки бывают съедены, и не все лисы будут сыты. Не надо думать заурядно. Знаешь, даже палка раз в год стреляет, а колобок раз в год режет. Да, бабка с дедом больше не будут заботиться о том, чего бы им поесть. Больше никогда. Я избавил их от этих забот. Ладненько, ты хороший слушатель, но мне пора. Эти самоуверенные зверюшки сами себя не накажут. Может, еще увидимся как-нибудь. Главное, помни, не надо думать заурядно. До встречи. О, йоу, колобок, я тебя съем. Нет, косой, это я тебя. О, колобок, я тебя съем. Нет, серый, это я тебя. О, колобок, я тебя съем. Нет, косолапый, это я тебя. Ну, привет, лысый. Вот мы снова и встретились. Ну что, споешь мне свою песенку? Конечно, рыжая. Только сперва перережу тебе глотку. Хм, помню, ты как-то всех учил быть незаурядными. Как тебе такое, колобок? Да, лиса, ты меня перехитрила. И снова здравствуй. Ты переживал, что я умер? Не стоило. Я же колобок, ты забыл? Пока я не захочу умереть, я не умру. И дело тут далеко не в магии или волшебстве. Все дело вот здесь, в твоем теле. Ну, в смысле твоей голове. Это у меня в теле, я же колобок. У меня тело это и есть голова. Но не суть. Так, о чем это я? А, ну так вот. Все дело в твоей голове, в твоих мыслях. Мысли материальны. Главное верить. Ладно, я пойду. У меня тут есть одно незаконченное дело, если ты понимаешь, о чем я. Ха-ха-ха. Рыжая не такая уж и хитрая, какой она себя считает. Да, я самая хитрая в этом лесу. Я перехитрила даже лысого. Кстати, спасибо тебе за добычу. Этого мне надолго хватит. Что? Как это ты? Я же тебя прикончила. Ты так и не поняла? Я ведь не просто колобок.
такое? Мы... тесто. Помнишь, я как-то учил тебя быть незаурядным? Так вот, запомни еще кое-что. Верь в себя и не слушай никого. Верь всем сердцем, даже если у тебя его нет, как у меня. До встречи. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел. Опа, а это еще что такое? Интересно, такого я еще не видел. Там кто-нибудь есть? Какой-то аномальный лес. Ну ладно. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. А? Что это сейчас было? Где я? Медведь? Так вот в чем дело. Это твоя ловушка. Ты пришел добить меня. Какая еще ловушка? Нет у меня никакой ловушки. Я сам провалился сюда случайно. Так значит, ты не хочешь меня добить? Если ты больше не хочешь меня съесть, то нет. Тогда где мы? Этого я не знаю. А это еще что такое? Что за чудовище это было и что оно хотело с нами сделать? Понятия не имею, но думаю, точно оно не чаем нас хотело угостить. Это точно. Ух. Получается, ты меня спас? Одного она бы меня точно сожрала. Получается, что так? Ну, спасибо тебе тогда. И это, прости меня, что хотел тебя съесть. Да ладно. Что было, то было. Просто знай, если видишь слабую жертву, не спеши нападать. А то можешь сам оказаться жертвой. Понял. Я иду за тобой. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел. Не понял, откуда гроза? На небе не облачко. Чего? Это что, сон? И снова здравствуй, лысый. Нет, это не сон. Этого не может быть. Я тебе голову оторвал. Ты что, забыл, что мы в сказке? Тут может быть все, что угодно. Не в этот раз, лысый. Ну вот и испекся. Может, ты и поджарила меня, но уж точно не убила. Еще все впереди. Хм-хм-хм-хм-хм.
О, еще один. Красавец. Самородок. Да, этот лес точно аномальный. На небе не облачко, а громыхает, как в бурю. Что это там такое летит? Рыжая? Колобок? Ты живой? А, ты что? А, это ты, косолапый. А где рыжая? Надо было тебя еще в тот раз сожрать. Да расслабься ты, косолапый. Тебе я зла не желаю. И вообще, не хочешь зла себе, не желай его другому. Так же и с добром. Держи корзину. Обронил. Спасибо. Спасибо, что досмотрел этот сборник до конца. Обязательно поставь палец вверх, чтобы поддержать меня. Подписывайся на канал, если ты это еще не сделал. И можешь глянуть вот этот мой ролик. Тебе должно понравиться. До встречи.